Продолжаем четвертый кейс-брейк по коллекции 10 сезона. В Москве полночь. Наступил уже 13 марта, вторник. Осталось у нас 5 блоков. Номера этих оставшихся блоков были показаны в первом видео. Это видео начнем с блока под номером 4240. Пакет, автограф Дениса Казионова, Металлург Магнитогорск. Напомню, пока кейс-кит не был вытащен с первых пяти блоков. Его не было, во всяком случае. Дмитрий К. Горлицкий, Северсталь. Посмотрим, пока мне лишь не попадался двойной автограф. Ян Коварш, магнитка. В качестве кейс-кита. Автографы Олега Жмарка и тройной автограф Додонов, Гусев, Шипачев. Дмитрий Коробов, Динамо Минск. Акбарс, Тимур Белялов. Динамо Рига, Янис Калниш. ЦСКА, Алексей Марченко. Джерси Куньлунь, Че Драу, 17 номер из 20. ЦСКА, Илья Сорокин. Как Барса снова была уже у нас в этом брейке. На этот раз Иржи Секач. Тираж 10 экземпляров. То бишь серебряная вариация. Борис Сергей Кудрявцев. Авангард Денис Эверберг. Фотограф Торпеда Михаил Жуков. Куньлунь Алексей Паникаровский. Торпеда Томаш Кундратик. Все. Все выпали. Но нет, не все. Сибирь, Алексей Красиков. Второй номер из 20. Спартак, Маркус Свенсон. Магнитка Ярослав Косов, 10 номер из 10. Джесси Блейкер, Куньлунь. Автограф с подсерии первый сезон. Динамо Москва, Михаил Варнаков. Спартак Александр Хохлачев. Динамо Минск Марк Андрей Граньяни.
и Иван Телегин, ЦСКА. Закончили мы вскрытие шестого по счету блока. Переходим к седьмому. Номер 37-13. Первая же номерная карта, автограф Есси Манкинен, Витязь, из-под серии первый сезон. Магнитка Ник Шаус. ЦСКА Сергей Андронов. Магнитка Сергей Мазякин. Антон Белов, тираж 18 экземпляров, под серию лауреата сезона СКА. Акбар Сырджи Секач. Йокерит Пека Йормака. Динамо Рига, Янис Калнич. Автограф Слована, Павел Скалицкий. Илья Ковальчук, СКА. Спартак Вилли Лайнин. Юха Мецела, Амур, маска с автографом, тираж 20 экземпляров. Сибирь, Йонас Энлунд. Никита Гусев, СКА, победитель плей-офф. И снова Павел Скалицкий, и снова Слован. В одном блоке получается у нас, да, два автографа одинаковых. Неплохо. Клюшка Спартака, Артем Подшиндялов. 11 номер из 20. Динамо Минск, Роман Дюков. Торпедо, Жига Еглич. Еще одна золотая параллель. Динамо Минск, Александр Матерухин. Второй номер из 5. И третья, по-моему, уже золотая параллель. Гарзин Карсунс. И вот теперь Матерухин. Слован, Андрей Мисарыш. Акбарс, Владимир Ткачев. Акбарс, Атте Охтама. Первый номер из 10, Акбарс. Слава Тюлаев, Захар Арзамасцев. Последний пакет седьмого блока. Витязь, Яко Рисанин.
подходим к восьмому по счету блоку. 3322 его номер. Словом, Томаш Гранка. Йокерицка, Пека Йормака, Сергей Широков. Матч на открытом воздухе. Локомотив, Александр Судницын. Адмирал Владимир Ткачев, автограф, 6 номер из 10. Витязь Есси Манкинин. Йокерит Сами Лепестя. Виктор Тихонов. Динамо Москва, Никита Комаров. Филипп Ларсен, Салават Юлаев. Юха Мецела, Амур. Александр Дергачев, победитель плей-офф СКА. Борис, автограф, Роман Савченко, 5 номер из 10. Автограф Игоря Шестеркина, СКА, 6 номер из 20, под серия «Маска». Марик Мазанец, Слован. Динамо Рига, Микс Индрашес. Торпеда, Каспарс Даугавинш. Пошел латышский десант. Вторая уже джерси в этом брейке Романа Смирягина из Северстали. Грег Свайерс, Куньлунь. Под серией первый сезон, автограф. Акбарс Атте Охтама. Локомотив Никита Черепанов, первый номер из 10, автограф. Адмирал Джонатан Блум. Динамо Минск Дмитрий Коробов. Версталь Адам Мазур. Последний пакет. Параллелка Борыса. Немножко как-то потертая в верхней части. Найджел Доус. 6 номер из 10. Серебряная параллель. Остается два блока у нас в этом кейсбрейке. По счету блок, его номер
39,90. Антипильстрим. Йокерит. Магнитка Ник Шаус. Никита Гусевска. Автограф трактор Рихард Гюнге, 5 номер из 10. Северсталь Юлис Гудочек. ЦСКА Роман Любимов. Джерси Сочи. Оскар Фантенберг, 13 номер из 20. Финальная серия барабанов Косов, 25 номер из 25, Скама Мика. Динамо Рига Микс Индрашис. Авангард Юна Санилев. Йокерит Петер Регин, 7 номер из 10. Серебряная параллель Максим Осипов Торпеда, 5 номер из 10. ЦСКА Максим Шелунов, автограф. Спартак Дмитрий Юдин. Слован Томаш Гранка. Торпеда Михаил Григорьев. Динамо Москва Яков Рылов. СКА Мика Коскинен. Йокерит Томи Кивистя. Помятый пакет, что-то крупное там. Олег Знарок, 18 номер из 18. Первый раз в кейсе попадается сразу две карты из подсерии лауреата сезона. Командирская карта по праву принадлежит. Юха Мецел, Амур. Мне кажется, был уже его автограф, то и не один. Под серией маски. Не особо озадачивались фасовкой с этим кейсом. Дарин Диц, Борис. Очень много повторов внутри этого кейса. Динамо Минск, Егор Шарангович. Наконец, последний пакет. Автограф Минского Динамо Джастин Фонтейн, 9 номер из 20. Последний блок остается у нас до конца этого брейка. Номер этого блока
40-27. Всем удачи. Традиционно, особенно тем, кому пока не досталось хитов, либо меньше ожидаемого. И начинаем с перевернутого кверх ногами автографа, первого автографа тренера в этом кейсе. Вадим Епанчинцев, Спартак. Первый номер из 10. Ну вот Спартак сразу подтянулся по хитам. Недавно была клюшка под Шиндяловой, если не ошибаюсь. Кирилл Капризов, ЦСКА. Динамо Москва, Дмитрий Сидлеров. Локомотив, Якуб Накладов. ЦСКА, Михаил Григоренко. Сибирь, Адам Полышек. Борис, Роман Савченко, автограф. И его автограф, мне кажется, тоже был уже в этом кейсе. Акбарс, Иржи Секач. Автомобилист, Илья Крикунов. Иван Бочаров, Динамо Москва. Майк Ландин, Йокерит. Игорь Шестеркин, победитель плей-офф СКА. Еще одна золотая параллель. Снова рижскому Динамо повезло. Янис Калнинш. Шикарно был Индершес, по-моему. Теперь Калнинш. Был еще и Карсенс, но он, к счастью, из другой команды. Йокерит, Телли Толванин. Константин Барулин, клюшка, седьмой номер из 20. Патрик Хёрсли, СКА. Ларс Юхансон, маска, автограф, шестой номер из 20, ЦСКА. Слават Юлаев, Бен Скривенс. Финальная серия. Белов, Крис Ли. Третий номер с 25. СКА, Магнитка. Снова Динамо Рига. Робертс, Липсбергс. Автограф. Локомотив, Александр Судницын. Динамо Минск, Александр Матерухин. Торпедо, Жига Еглич. И еще один рижский автограф. Оскар Сбатня. Первый сезон в КХЛ. Последняя карта в этом кейсе. Ну что ж, спасибо за участие. Всем удачи.